Качества, которые сопровождают успешный бизнес, это доверие, любовь, устойчивость, развитие, поддержка и успех. И все это можно найти в BA Holding. Группа компаний BA Holding включает в свой состав ряд промышленных, строительных и медийных предприятий. Мы без остановки идем к своей цели, чтобы построить будущее. И на своем пути мы сумели создать следующие проекты. Ташкент Пластполимер является лидером в направлении производства пластмассовых изделий и картонных коробок. Кроме того, мы производим мусорные баки для проекта Тоза Худут и высокопрочные оборотные ящики для компаний Coca-Cola и Pepsi. Годовая мощность более 10 миллионов ящиков и 15 миллионов квадратных метров картонных коробок. Корпорация Wangda Group. Wangda Group в нынешний день осуществляет проекты в различных отраслях производства. Wangda Rolling Steel занимается производством металлопроката. На своей базе имеет аккредитованную лабораторию. Более 400 сотрудников, благодаря новейшим технологиям, производят продукцию в размере 300 тысяч тонн в год. Wangda Саморез производит импортозамещающие метизы для крепления металлических изделий, используя технологию производства саморезов высокой сложности. Годовая мощность по производству составляет 6 тысяч тонн. Сырдарья Metal Construction оказывает услуги строительства жилых и нежилых помещений, а также производственных корпусов под ключ. Производит металлоконструкции, профнастил и мостовые краны для производственных предприятий. На нынешний день команда, состоящая из 200 сотрудников, производит 10 тысяч тонн готовой продукции в год. Dongfang Pulat Hulur занимается производством трубопрофилей в широком ассортименте. Производительная мощность составляет 22 тысячи тонн в год. Wangda Metal ежегодно производит 60 тысяч тонн металлопроката и запчастей сельскохозяйственной техники. Taichung Special Steel занимается производством металлопроката высокого качества. На своей базе имеет возможность проводить все лабораторные исследования для контроля качества. Более 400 сотрудников производят 600 тысяч тонн металлопродукции в год. Компания China House. Поддерживая вековые традиции и культуры как узбекской, так и китайской истории, строит жилые и нежилые комплексы. Компания, одна из первых в Узбекистане, начала практиковать использование многоэтажных электронных паркингов. Кроме того, мы занимаемся производством кирпичей, минеральных удобрений, медиапродуктов и созданием новых инвестиционных проектов. BA Holding. Мы вместе с профессионалами своего дела из разных стран мира раскрываем инвестиционный потенциал Узбекистана и строим будущее. Инвестируйте вместе с BA Holding.